И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Я уверен, что сегодня Бог ответит на многие из вопросов, которые мы порой Ему задаем, спрашивая иногда не Его напрямую, а вообще, почему это со мной происходит, почему не происходит этого, какое намерение Бог имел, когда допустил мое существование. Это было великое намерение, и не только на время пребывания здесь, на земле. Здесь мы переживаем период, когда мы познаем волю Бога, а целую вечность мы затем будем пребывать вместе с Ним. Почему Бог даровал вам спасение? Что у Бога было для вас, когда Он дал вам дар веры? Вы знаете, что сам Иисус сказал, что никто не может прийти к Иисусу, если Отец, пославший Его, не привлечет. Это процесс, который мы не понимаем. Но Господь Иисус, обладающий всей властью на небе и на земле, не может привлечь человека к себе. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И с другой стороны, это уверенность, это гарантия для нас, что Бог нас любит, так как Отец привлек нас к Иисусу. Но что Он задумывал для нас? Когда Он призвал Авраама, обратимся к Бытию, глава 12, Он сказал Аврааму следующее, стих 2, давая обетование. Вначале Он сказал, пойди из земли твоей, от родства твоего, в землю, которую я укажу тебе. Он отдал приказ. Тогда Он дал обетование, сказав, Бытие, глава 12, стих 2, «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Когда Он взглянул на Авраама и призвал Авраама быть рядом с ним, Господь Бог, у него в голове был замечательный план. Когда Он призвал меня и призвал вас, у него был для нас чудесный план. Такой план, который касается не только этой жизни, как я уже говорил, он на целую вечность. Но здесь Он хочет нас благословить. Он сказал Аврааму, «Я произведу от тебя великий народ». Брат мой, есть персональные обетования в отношении вас, в отношении меня. «И благословлю тебя, Авраам». Он принесет благословение также и в вашу жизнь. «И возвеличу имя твое». Имеется в виду в духовном мире. Когда вы отдадите себя Богу, познаете свои права, будете делать правду, то есть использовать Слово Бога против любого зла, Господь Бог начнет возвеличивать ваше имя. И в конце Он сказал, и будешь ты в благословении. Итак, у Бога были намерения в отношении Авраама не просто сделать его намного важнее, лучше, чем он был, но чтобы он был благословением для людей. У него есть намерение для моей жизни, у него есть это намерение для жизни всех людей, кого он привлек и отдал Иисусу. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». И он сказал, Иисус сказал следующее, «И я воскрешу его в последний день». То есть тот человек, который служил Богу, кто уже умер, чье тело уже истлело в земле, он пребывает в присутствии Бога, в памяти Господа, и в великий день Иисус не забудет о нем. Он его воскресит для того, чтобы другая часть плана Бога могла реализоваться на целую вечность. Одна часть здесь и сейчас. И так он говорит здесь, «Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении здесь». И потом, когда все подойдет к концу, а однажды придет конец, Иисус вернется, мы не знаем, когда, и никто не знает. Если вы услышите от кого-нибудь, что это будет в такой-то день, можете назвать его обманщиком. С юных лет я усвоил из Библии, что даже Господь Иисус не знает, когда Он вернется. Я это усвоил, и когда мне говорили, а говорили уже множество раз, я отвечал, этот человек говорит неправду. Однажды все закончится, лишь Бог знает, когда это произойдет. Это будет в мгновение ока,
ни у кого не будет времени подготовиться. Как сказал Иисус, это случится быстрее всего, что уже существовало. И человечество разделится на две группы, но это в будущем. А здесь что у Бога есть для нас? Доктор Суарес, я хочу знать, какие преимущества я получу, если буду благословением. Обратимся к Псалму 37, к стиху под номером 23. «Если вы такой человек, тот добрый человек, каким Бог призвал вас быть, можете записать, что с вами случится много хорошего». Сказано так: «Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его». Когда Авраам был таким добрым человеком, когда решил следовать истине, решил подчиняться Богу, его стопы, не просто части его ног, но его решения всегда были утверждены Господом Богом. Когда мы подчиняемся Богу, который нас привлек к Иисусу и который обещал очень многое в отношении нас и сдал законы, на самом деле все обетования и заявления, которые Господь Бог сделал в Писании, имеют одного адресата – нас. Когда Господь Бог сделал это заявление, Он взял нас и привел к Иисусу, завершил дело. Он хочет, чтобы мы были благословением, были хорошими людьми, такими людьми, которые никому не причинят зла. Кто творит только добро, не делает зла – это одно. Нести добро – это еще лучше. Итак, мы не приносим зла и творим добро. Он хотел, чтобы все наши намерения, и Он пообещал нам, отвечали тому, что Он поместил в наше сердце. Я не знаю, куда и как Он направляет вас, чтобы делать добро. Но какой бы ни была ваша миссия, вы всегда должны пытаться говорить об Иисусе всем людям. В Деяниях 10 написано стих 46 или 48. Деяния 10 в отношении Иисуса. Как Бог помазал Иисуса из Назарета. 38. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя. Добрый человек творит только благо. Такой человек встречает нуждающегося и дает слово этому нуждающемуся. Встречает человека, которому нужно благословение, и предлагает благословение. Даже если человек отказывается. Какое-то время назад одному моему другу, у которого была проблема со здоровьем, я сказал так: «Давай искать Бога». Он ответил: «Пастор, не говорите со мной на эту тему. Я не хочу этого слышать». Я начал молиться, молюсь. Вчера он зашел, показал, что с ним было. Он зашел ко мне в гости. Я сказал ему: «Иисус может тебя исцелить». Он стал на меня смотреть. «Я могу тебе кое-что рассказать?» Я рассказал об исцелении грыжи, об истинной радости. И его лицо изменилось. Ищи этого блага. Добрый человек, я говорю это не для того, чтобы возвыситься. Добрый человек – это тот, кто не принимает «нет» в качестве ответ, если он знает, что он обязан творить добро. Иисус ходил по миру, благотворя. Пришел в Назарет, и те, кто рос вместе с ним, говорили всем вокруг: «Ну что это такое? Что он о себе возомнил? Он же плотник. Как это все происходит?» Отнеслись с недоверием. И он не мог там творить чудеса, только несколько, из-за неверия. Он призвал страдальцев, возложил руки, использовал свою веру, и люди исцелились. И он ушел оттуда без малейшего недовольства в сердце, без всякой злобы, продолжая творить добро. Мы должны быть такими людьми, так как если мы будем, возвращаясь к Псалму 37, стих 23, «Господом утверждаются стопы такого человека».
Сколько раз мы принимали решения, мы даже чувствовали, что это от Бога, но это уходило, так и не реализовавшись. Но почему не реализовалось? Если Бог это позволил, если я провозгласил, если написано в Библии, потому что мы не были такими добрыми людьми. Истина в следующем. Откуда я знаю, добрый я человек или нет? Господь Иисус сказал об этом. В нашем сердце есть одно место, называемое сокровищем, в котором мы все храним. Перейдем к Луке 6:45. Иисус сказал здесь следующее, чтобы я себя проверил, чтобы вы себя проверили и увидели, являемся ли мы теми людьми, которые занимают позицию, угождающую Богу. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Когда вы сильно испугались, что вы делаете? Вы произносите ругательство? Если говорите, вы недобрый человек. Злое сокровище наполнено, и уста показывают, что это так. Если кто-то поступит несправедливо по отношению к вам, оговаривает, распускает слухи, лжет в отношении вас, и вы теряете благословение или оказываетесь всеми покинуты, какова ваша реакция? Вы начинаете мстить своему обидчику, вы недобрый человек. Вы выносите из злого сокровища только злое. Посмотрим, что Иисус сказал здесь еще раз, чтобы у вас не осталось сомнений на этот счет. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Но почему он выносит доброе? Потому что он накопил. Он обратил внимание на слово. Потому что когда слово ему открылось, он сохранил это, поместил там внутри. И в час, когда он меньше всего ожидает, в момент испуга или нападения, чего угодно, он обратится к доброму сокровищу и вынесет доброе. Много лет назад, лет 30, один каменщик работал в Рио на строительстве и ударил молотком по пальцу. Можете представить, какая это боль? Бац! А он: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!» Я спросил: «Шика, ты только что попал молотком по пальцу и кричишь «Аллилуйя!» Дьявол хочет, чтобы я вырвался, но он связан, аллилуйя!» Это было мне хорошим уроком, друзья. Смотрите, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Я повторюсь, если в такой момент вы произносите слова проклятия, ругательства, и если когда вас обидели то же самое, так, ты это мне сказал, на себя посмотри, пытаешься притворяться святым, а сам подлец, это из злого сокровища. Вы там накопили столько всего, что выходит лишь злое. И вы недобрый. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Когда вы говорите зло, вы проклинаете, вы отдаетесь духу коварства, так как наши слова имеют силу. Вы говорите много плохого о своем сыне, о своем зяте, о своей теще, о своем работнике, о своем работодателе, что однажды этот человек пострадает, он слаб, и лукавый использует ваши слова, чтобы поразить его. Что происходит с человеком, когда он коварен? Притчи, глава 12, стих 2. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Когда я смотрю на людей и позволяю жадности проникнуть в мое сердце, зависти или любому другому недоброму чувству, я становлюсь злым с человеком, и Бог меня осуждает. Бог просто не может меня оправдать. Когда я добрый человек, что происходит тогда? Я приобретаю благословение Господа. Дорогие, в слове, которое я говорю, в нем Бог показывает нам,
какими мы должны быть. Он сказал Аврааму: «Итак, пойди из земли твоей, от родства твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Это слово для меня и для вас. Отец взял нас и привел к Иисусу. Мы согласились. Мы приняли Иисуса сердцем, и теперь не будем иметь злое сокровище. А если имели раньше, попросим Бога разрушить, и будем собирать только доброе у себя внутри, только запасать. И в час, когда нас спровоцируют, в час, когда дьявол сделает все, чтобы вырвать из нас неверное слово, чтобы мы стали коварными и были осуждены Богом, мы не сделаем этого. Но как Иисус будем ходить по миру, творя благо, и поступая так, мы приобретем благоволение Господа. Мы приобретем, и больше нечего добавить, это благоволение. Бог посмотрит на вас в нужде, вы будете взывать, вы будете просить, и Бог благословит. Вы на пути к падению, Бог изменит этот путь, и вы получите благословение Господа. Здравствуйте, друзья, я Давид Суарес. Позвольте мне сделать небольшой интервал в этой программе. Я член команды доктора Суареса, и мы преследуем вместе единственную цель – нести Слово Божье. Когда приносят Слово Божье, приходит радость. Библия гласит в Луке 19, что был человек, который услышал об Иисусе Христе и хотел посмотреть на Него, но не мог. Он был маленьким, пытался обойти толпу, но не получалось. Но он все-таки смог встретиться с Богом, Бог дал ему откровение, и он использовал его, и его жизнь изменилась. Это не тема проповеди. Вы уже были благословлены проповедью доктора Суареса. Единственное, что я хочу сказать, когда мы слышим слово Бога, Бог хочет, чтобы мы сделали что-то. Бог всегда, он зависит от нашей веры, чтобы у него была свобода действовать в наших жизнях. Бог не вторгается в наши жизни. Бог является почетным гостем. Если бы он вторгался, он бы не спрашивал нашего разрешения. Нет. В Библии написано, что Иисус стоит у двери и стучит. Открыв дверь, то есть открыв нашу душу и говоря: «Бог, мне необходимо. Необходимо узнать. Мне нужно узнать Господа. Мне нужна Твоя милость. Все мы нуждаемся. Я нуждаюсь, и вы нуждаетесь». Если вы поступите так и скажете: «Господь, помоги мне, научи меня», это слово станет в вас верой. Вы поймете, что что-то должно быть сделано, и должно быть изменено, и может быть изменено, и это изменит вашу жизнь. Принимая и используя откровение, мы увидим разницу, и эту разницу Иисус Христос хочет принести в вашу жизнь во имя Господа. Я бы хотел оставить в вашем распоряжении наш номер телефона. Пожалуйста, вы можете звонить нам, если есть сомнения. Я немного запутался, я не знаю, как мне поступить. Мы в вашем распоряжении. Возможно, я сейчас говорю с людьми, у которых ужасная депрессия. Возможно, у вас есть родственник-алкоголик или наркозависимый. Или, может, он совершает поступки, которые противоречат Слову Божьему, но вы не принимаете этого, вы молите за него, вы знаете, что он не прав. Вы знаете, что он постоянно живет с грехом. Что вам следует сделать? Сражаться с оружием веры. Мы бы хотели объединить нашу веру в молитве, и через мгновение доктор Суарес вернется, чтобы помолиться за вас. Не сомневайтесь, ибо тот, кто начал благое дело, верен, чтобы закончить его. И мы бы хотели, чтобы Бог закончил это дело в вашей жизни. Хорошо? Будьте тверды. Используйте Слово Божье в жизни. Обратите внимание на Слово Божье, которое придет в ваше сердце. Это свидетельство исцеленного человека, который был освобожден. И примите свое благословение. А затем вместе мы помолимся с верой. И я уверен, Господь Бог хочет благословить вашу жизнь во имя Иисуса. Мы в вашем распоряжении, в какой бы стране или городе вы ни находились, свяжитесь с нами. Пусть Бог благословит вас. Продолжаем шоу веры. Переходим к истории из реальной жизни. Я был сильно пьющим человеком. И все, что я зарабатывал, я тратил только на водку. Это было трудное время. У меня не было денег практически ни на что. Мой муж очень много пил,
Но после того, как он начал ходить в церковь, он стал благословлен, слава Богу, больше не пьет. Я бросил. Окончательно покончил с выпивкой. Но моя ситуация продолжала оставаться очень сложной, даже слишком. Мне не хватало денег ни на что. Я прошел даже через голод. Ходил по улице, как бездомный бродяга. Все произошло, когда фирма, где я работал, разорилась. И тогда я стал безработным. Тогда мы очень сильно страдали. Наша жизнь превратилась в ад. Я зарабатывала очень мало. Я был без работы почти целый год. Отсылал свои резюме, но все безрезультатно. Он постоянно рассылал свои резюме, приходил домой уставший. После рассылки резюме, но никто его не звал. Мне хотелось плакать от безысходности. Однажды мы включили телевизор, и там показывали доктора Суареса. Все, о чем он говорил, касалось как раз нашей ситуации. Как-то раз, когда я был в церкви, и я почувствовал, что я должен спонсировать, иначе это было просто невыносимо продолжать так жить. Он почувствовал желание спонсировать и так и сделал. Я подписался, но мы немного расслабились. Не относитесь к этому очень серьезно. Мы спонсировали только один месяц, а потом перестали. Каждый месяц приходил бланк, но мы не платили. Однажды в пятницу к нам домой прислали очередной бланк. Затем прошла суббота, и в воскресенье я включила телевизор и смотрела служение доктора Суареса. И в 2 часа дня... я почувствовала очень сильную грусть, разочарование. Я была одна дома, открыла Библию, и в тот момент пастор Фабиано начал петь хвалу на служении. И я пела вместе с ним, читала Библию вместе с ним, и я почувствовала призыв. Пастор сказал положить бланк под телефон. Я положила его под телефон, начала молиться с верой. Пастор молился с верой, а я верила, что Бог даст моему мужу возможность найти новую работу. Это было воскресенье в 2 часа дня, когда наступил понедельник. Я пошла на работу, уже во вторник посыпались предложения работы. Когда я вернулся вечером домой, она сказала мне позвонить по этому номеру. Я сразу же позвонил туда. Меня пригласили на следующий день. Сказали приехать рано утром. В тот же день меня отправили на медосмотр. Сдавать анализы. Марио устроился работать на фирму пассажирских междугородних автоперевозок. Наконец-то Бог открыл для меня двери, и у меня все получилось. Бог благословил меня. Я работаю здесь уже 4 года. Год назад Марио сменил должность смотрителя на руководителя автомойки. Работа с большим комфортом и высокой зарплатой. Я получил повышение, но есть и дальнейшие перспективы. Внезапно Господь открыл двери и для меня. Вместо моей обычной зарплаты мне стали платить повышенную, мне подняли зарплату. Сегодня все по-другому. Наша жизнь настолько изменилась. Все не так, как было раньше. Никогда у нас не было все так хорошо. Слава Богу, я благословлен, мы благословлены, у нас всего хватает. Я стабильно оплачиваю спонсорство в церкви, я твердо верю, иногда я увеличиваю. Я уже увеличила на 5, на 10 реалов. Я увеличиваю постепенно, понемногу, потому что спонсировать дело Божье мне доставляет огромную радость. Теперь переходим к первому вопросу. Доктор Суарес, если мертвые спят, почему мы не можем за них молиться? Позвольте им дальше спать, сестра. Так как Библия нас не учит, спать здесь означает состояние между материальным и духовным, вечностью, которая наступит. Однако, если Библии не написано, мы не можем делать. Чему Бог не учит, не делайте. Что Бог велит, делайте. Неважно, кто выдумывает разные истории. Есть очень много безумцев, которые выдумывают. Пребывайте только в Слове Господа, и когда Он вас научит, следуйте тому, что он сказал. Давайте теперь откроем сердце. Доктор Суарес, я замужем, но живу совместно с мужчиной, который является отцом моих детей. Слушая Слово Божье, я стала понимать, что не должна продолжать жить такой жизнью. Но из-за всех проблем, что я преодолела, из-за этого человека, я чувствую огромное разочарование от этих отношений. Он употребляет наркотики и тратит на них все, что зарабатывает. Доктор Суарес, что я должна делать? Могу ли я расстаться с ним? Пожалуйста, направьте меня.
«Не это ли, — сказал Иисус женщине-самарянке у колодца Иакова, — пойди, позови мужа твоего. Господь, у меня нет мужа». Она просто сожительствовала. «Правда. У тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, но он хотел, чтобы муж пришел, ведь у него было для него благословение». Или вы имеете ребенка с этим мужчиной и считаете, что у Иисуса нет для него благословения? Вам нужно прийти в себя и привести мужчину в церковь. В час, когда он оставит наркотики, каждую неделю у вас будут деньги, чтобы потратить на семью. Дома будет мудрый мужчина, отец своих детей. Смотрите, как чудесно. Вы сыграете свадьбу, отношения утвердятся. Если бы я мог, я был бы пастором на вашем венчании. Да и любой из наших пасторов был бы рад вас обвенчать, чтобы объявить вас мужем и женой, чтобы вы всегда были счастливы. Так что не это сказал Иисус. Выбросьте это из сердца. Теперь позвольте мне помолиться за тех, кто дома. Отец, я сейчас начинаю молиться после того, как мы услышали Твое Слово, после того, о Бог, как мы были просвещены, и свидетельство этого мужчины, простого жителя Параны, о Бог, который даже голодал. Он не мог найти работу в 50 лет. Какой ужас! Но, Бог, этот человек услышал Твой голос и даже находясь в тяжелой ситуации, стал спонсором. На самом деле он спонсировал только 1 месяц, и Ты преобразил жену, и врата открылись сегодня. Они верны, они спонсируют и побеждают, Отец. Мой Бог, моя вера сейчас едина с верой того человека, который молится дома, прикованного к постели, отчаявшегося, разоренного, страдающего, и я благословляю его. Во имя Господа Иисуса я вступаю в сражение, чтобы уничтожить все зло в вашей жизни, и я приказываю этому нечистому духу, который вас мучает, выйди, убирайся, не угнетай больше этого человека во имя Иисуса Христа.